Главы 17 антидопинговых комитетов призвали реформировать ВАДА для борьбы за чистый спорт. Что же они предлагают? Ну, во-первых, лишить спортивной организации возможности проводить тесты, расследования и выносить различные санкции. Якобы часто возникают ситуации, когда организация вынуждена расследовать собственные действия. Во-вторых, говорят, больше денег надо вливать в ВАДА, а также сделать Всемирное антидопинговое агентство более независимым. Для этого, например, запретить его руководителям занимать посты в других спортивных организациях. Сейчас глава ВАДА Крейг Риди одновременно вице-президент Международного олимпийского комитета. Ну и про своих информаторов, конечно, тоже не забыли. Лидеры антидопинговых агентств призвали обеспечить прикрытие российской бегуни Юлии Степановой, которая дала показания по допингу в российском спорте, ну и ее супругу.